Заказал в Озоне мусор из Шэньчжэня. Китайский замок. Но там даже следы смазки присутствуют. На нем, как ни странно. В любом случае, он даже масло какое-то. В любом случае, это лучше, чем тот, который был до этого. Стоял на двери китайской. Там вот эта вставка вообще пластиковая. Посмотрим сейчас, что к чему. Раскрутим, посмотрим, сколько там смазки. Да нет, надо другую выбрать. Сорвали. Ну и, собственно говоря, смазки, конечно, вот этим будем добавлять. Чтобы его хватило на дольше. Текс. Ну вот, собственно, и подготовили. Теперь собираем, и можно устанавливать.
В общем, как-то так. Ссылка будет в описании.